Валентина Анатольевна, в общем, мы подъехали. Собаки на месте нету. Находилась она вот на этой мусорке. В общем, это вот такая территория. Рядом дорога, что, скорее всего, она была сбита, потому что совсем рядом дорога. И вот так вот сюда она могла доползти. Где? Вот какой-то автобус, и она там чуть вали. Короче, сейчас будем пытаться попасть вот на территорию. Вот на эту территорию. Сейчас будем проситься как-то ее из-под этого автобуса доставать, из-под этих мусорок. В общем, тетя Валь, нашли мы собаку. Лежит кобель. Совсем тебе, милый, плохо. Сейчас мы его грузим и в клинику. В общем, погрузили шерифом, покусаны мы. Кобель немного агрессивный, но я предполагаю, что это из-за боли. Очень ему больно ходить, но на задние лапы встает. Фьюджин, он поступил год назад после автотравмы. По рентгеновским снимкам мы диагностировали ему перелом тазобедренной кости, ушиб легких, и на этом пока с переломами все. Состояние его нестабильное, он вот лежит у нас совсем, конечно, ни на что не реагирует, слабая реакция на внешние раздражители, зрачковый рефлекс у нас хороший, ну, состояние шока. Сейчас берем кровь и будем потихонечку стабилизировать.